В эфире информационный канал «Город», и мы продолжаем. Ограничения могут снять. Губернатор Игорь Васильев дал поручение оперативному штабу проработать возможные меры по смягчению коронавирусных мер. Уровень заболеваемости ковидом снижается, и, возможно, у кировчан есть шанс. Если не перед Новым годом, то, может быть, в новогодние каникулы посетить места, вход в которые сейчас ограничен из-за QR-кодов. Надежду на возможное смягчение мер дают и темпы вакцинации. Прививку поставили 662 тысячи жителей области. Правда, для достижения коллективного иммунитета вакцинацию должны пройти еще примерно 200 тысяч жителей региона. Но статистика по коронавирусу стабильна. В среднем 220 новых зараженных в сутки. Также известно, что сегодня губернатор должен был встретиться с представителями бизнеса, где и планировалось обсудить послабления в ограничениях. О них особенно просят представители ресторанного бизнеса. Сейчас им запрещено работать по ночам. В преддверии новогодних корпоративов они писали письмо главе региона с просьбой пересмотреть запрет. Итоги сегодняшней встречи пока неизвестны. О разработанном плане обещают объявить отдельно.